приятного времяпрепровождения. С вами снова Козел Альпийский. И это видео будет посвящено моему произведению, которое появилось на моем канале. Ну, сейчас пока сравнительно недавно, вот только я закончил записывать последнюю руну, последнюю серию, сагу, я не знаю, как это назвать, по-разному я называю. Это видео будет короткое, а потом будет видео длинное с песнями и шутками, с бубнами и контрабасами. А вот это будет видео короткое, так, ну, чтобы его посмотрело максимальное количество людей. Здесь будут только сжатые факты. Итак, буду отвечать и на вопросы, и буду сам рассказывать. Итак, значит, первый вопрос. Что это за отшельница? Да, откуда она взялась? Отшельница — это мое произведение. Я Козел Альпийский, автор канала. И я же автор этого произведения «Отшельница». Написал я его в 2015 году. Это был переломный год для меня. Ну, от меня отвалился программист, и я остался, грубо говоря, один на один со злом, один на один со своей игрой, апостолами, да, которые тоже есть на канале, и которым в основном и посвящен мой канал. Ну, не только им, но их большей части, большинство этих видео о моей игре. И чтобы как-то, не знаю, не буду говорить, не сойти с ума, но чтобы как-то сохранить небольшой рассудок, да, постоянно оставаться в сознании от навалившегося на меня груза, я вот стал записывать «Отшельницу», да, писать этот роман в стихах, новеллу в стихах, фэнтези. Стал я вот, в общем, записывать в день по несколько, значит, строк или... потом переписывать их. Я много раньше писал стихов. Бывает по 2-3 стиха в день писал разные. Но они были все, ну, не особо со смыслом. А «Отшельница» — это законченное произведение из 20 рун, да, из 20 стихов плюс интро. И это был мой первый и пока что единственный опыт в жизни. Это безумно сложно. Но, тем не менее, да, я автор этой «Отшельницы». Это не аудиокнига, не... чтение какого-то другого человека. Это моя собственность интеллектуальная. И поэтому, да, автор «Отшельницы» я. Второй вопрос, который мне сейчас задавали, связано ли это, ну, с какими-то реальными событиями, со средневековыми, может быть, или с какими-то, может быть, современными. Я так вот мягко говорю, да, что похоже на некоторые современные события эта «Отшельница». Но нет, не связано. Я никаких параллели не провожу. «Отшельница» — это полностью самостоятельное произведение, не связанное ни с средневековыми войнами, ни с современными какими-то событиями. Единственное, что имена, да, вот это вот Лиздейка, Ирмант, Железный Волк, это вот взято из языческих литовских материалов, да, то есть материалов о языческой Литве. Литва, она до 1600-х годов, если я не ошибаюсь, была языческой, то есть дольше всех в Европе продержалось язычество в Литве. Много об этом всего сохранилось, и как базис для своего произведения я выбрал литовское, ну, скажем так, не только литовское язычество. В частности, вот этот жрец, да, ну, я тоже, это я уже больше, более подробно расскажу в большом видео. В общем, опирается только «Отшельница» на литовское язычество. Ну, и то, там основные только некоторые аспекты. А так, это полностью самостоятельное произведение, ни с чем не связано. И третье, меня неоднократно уже спрашивали, да, куда пропали спидпейнты, рассказы и... В частности, от мистера фотографа, где же апостолы? Апостолы будут, как бы, просто я давно хотел записать какое-то свое произведение на канале, чтобы оно у меня было. И «Отшельница» — это самое короткое мое произведение, да, то есть у меня несколько книг, я бы даже сказал, несколько десятков книг, которые я написал, никуда я их не выкладывал, и постепенно я начну и книги свои читать на канале, да, ну как бы почему бы и нет, мой канал и мои книги, почему мне их не читать, но вот решил начать я с «Отшельницы». А пока с вами был Козел Альпийский, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень нравится, все комментарии читаю, все лайкаю, на все отвечаю, до новых встреч, пока!